Новоуренгойская гимназия вошла в топ-500 школ России со стабильно высокими образовательными результатами учащихся. Пока это единственное учебное заведение Ямала, которое попало в список лучших школ страны. Больше всего в этом рейтинге школ из Москвы, Татарстана и Челябинской области. ФСБ посчитали ущерб от действий лиц, которые организовали анонимные звонки о минировании. Это порядка 300 миллионов рублей. На Ямале сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в Салехарде и Новом Уренгое. Правоохранители установили, что звонки совершали россияне, находящиеся за границей. Новоуренгойский полицейский Владимир Будко прошел во второй этап конкурса «Народный участковый 2017». Он набрал больше 700 голосов от жителей. Региональный этап пройдет с 7 по 16 октября. Победитель представит Ямал на всероссийском уровне. Проголосовать за участкового можно на сайте окружного управления МВД.